А вот милая дама, ромашка. Понимаете, есть такой особый народ, это совсем другие люди. Сколько раз пытаюсь прослушать. Вот я ничего не менялось с 1 по 2009 вебинар, манера одна и та же. Ничего не изменилось. Даже говорю уже не первый раз об одних и тех же вещах. Большинство, я знаю точно, мне довольны. А смотрите, что получается. Сколько раз пытаюсь прослушать, ничего не получается. Вот. Не то, чтобы там что-то освоить пожизненно. То есть безнадега. Мне устроили мозги по-другому. Вот. Ну и она приговорила меня. Болтология и хрен чего понять. Это надо терпение, чтобы один ролик прослушать. Она права. Я сейчас отвечу ей. Она этого никогда не услышала. Это было снято 5 августа. Вот это было сделано. Вот. Но не на моем канале, на другом каком-то. Так что я не виноват. Не хочу обидеть, но можно же коротко по существу, как другие. Но если как другие, тогда у вас точно бы ничего не выросло. Понимаете? Вы же точно знаете, у вас столько, вот, ниже опять будет это, может, не сегодня, время быстро летит, вот, может, не дойдем до этого. Настолько толково полчаса учат, 10 наименований, что надо задать в яму, про каждый подробно, и яма 80 на 80 на 80, где-то достали саженец с листьями, и уж там метр, и он-то. Ну, там тоже много говорили, очень много. Ну, понятно, им надо деньги зарабатывать. Ну, там толково, иначе сразу же расти не будет. Вы знаете, если брать объем 80-80, там нужны, кто подтвердит, ну, Ребрик может, грамотнейший мужик, да, наверняка он с нами. Вот. Если у нас еще один человек с высшим образованием, подтвердите, там нужны миллиграммы на объем 80-80. А туда задают несколько килограмм того, и они думают, что эти несколько килограмм будет расходовать дерево в течение 20-40 лет. Понимаете? Вот что творится-то. И что я должен был вместо болтовни и хрен чего понять, что я должен был сказать? Помните в начале? Почву написано перекапывать. Я должен сказать, почву не перекапывать. Точка. А кто поверит? Ведь они же перекапывают. Все, вся страна, весь мир. Никогда не посадят, не перекопав почву. На зиму перекапывают. Не хватает. Мне приходится все время доказывать, что нельзя перекапывать. Что не будет этого, не будет то. Черви изувечены. Пища, это самое. Кислород больше не поступает. Эти самые. Корни изувечены. Теплоснабжение. Вместо теплозащиты получается наоборот прореха, чтобы мороз туда пошел. Вот так и вот так вот. А ей это не нравится. Ну, я как мог хотя. Я пишу, милая ромашка, более 3000 фильмов создано на этом канале. Первых есть все. И можно было одно прекратить. Но сейчас я, вот мое доказательство, не доказательство, а оправдание. Исповедую принцип детективного или любовного жанра. Помните «Санта-Барбару»? Сколько было там? 500 или 1000 серий? А вот я уверен, я не смотрел ни одной серии, ни одной минуты. А я уверен, Ромашка все 500 или 1000 серий видела. Ну, интересно же, поцелует, не поцелует. Так нет. Вот. А здесь жанр другой. Здесь садоводство. Это почти наука. Но наука такая, простенькая. Я пишу. Читаем же вы 500 страниц книги, вместо того, чтобы заглянуть на последнюю страницу сразу. Представляете, там фамилия убийцы. На кой черт 500 страниц читать? Ну, скажите, помните эти тома детективные? На кой черт? Так и тут. Но когда человек возьмет и прочитает железо, говорит, не надо перекапывать почву, с чего он мне поверит? Мне нужно доказывать, что не надо. Доказать. Обосновать, что ее не нужно перекапывать, доказать. Вот. А тут болтология оказывается. Вот когда начинают доказывать. Обычно раздражаются немногие люди, у них другая психология. Для них я сделал 20 дисков. Вот я коротко, ребята. Ребрик был на моих этих самых лекциях в Москве. На моем семинаре и подтвердит.
там столько не говорил. Фотография, ответ, фотография, ответ. Ну, диски-то есть, а никто же их не смотрит. А если я скажу вот это, как ее, милая ромашка, если я скажу ей, что купить у меня хотя бы 3 диска московская этой, она обидится, и многие обижаются. Когда я говорю, вы мне по телефону объясните, и все. Я по 30-40 минут объясняю. Так. А когда говоришь диски, то трубки ту-ту-ту, и все. А это так вот, первый вебинар, смотрите. Я говорю для тех, кто сейчас среди вас тоже найдется несколько человек, которые времени не хватает подробно вот так разжевано. Смотрите, был первый вебинар. Предлагаемая тема для простого дачного сада и возможность стать волшебником. И, внимание, для будущего бизнеса на собственных саженцах и фруктах. Дата проведения каждая суббота вечером в течение осени и зимы. А потом еще оказалось 4 осени, 4 зимы, 4 лета, 4 весны, боже мой. Время проведения 16 по московской районе. Начинали, думали, час, а оказалось по 4 часа мы в основном. Ну, не получалось быстро. И вот смотрите, внимание. Вступите на лекцию 13-го. Найдите номер 2 вебинар. Вот там не как я сейчас, там я вверху уложился за несколько минут, да? Показал фотографию десяток. Все. Чего-то вы усвоили. А вот это было. Целый вебинар посвящен. Я просто туда. Ну как я могу послать туда это, ромашку, которая может только это. Ну, научиться всерьез она не будет. Бесполезно. Почему? На том самом семинаре в Москве, может быть, Ребрик это видел, в конце 3-го дня стала женщина и сказала, извините меня, Валерий Константинович, я разжевывал 3 дня. Указка, сотни фотографий, четко, четко. Извините меня, но я ничего не поняла. И тогда я понял, это бесполезно. Мне приходилось с такими людьми общаться по телефону. Я начинаю рассказывать, она говорит, я не понимаю. Вот вы говорите, я не то, что там человек, допустим, не знает, что такое черный пар. Или слово «школка», термин не знает. Даже если их не понимают, все равно человек не понимает, о чем я говорю. Он, у него в голове информация не укладывается. Вот я его на практике, да, мой сад, там бы другое дело. А это уже свойство мозгов. Вот. И я, когда отчаялся, десятки, сотни, тысячи, а когда-то не было интернета, я отвечал на 1000 писем. И в конце концов я понял, вот сегодняшнее мое поведение самое оптимальное для большинства. Вот. Хотя обидно быть бы это, заниматься как болтологией. Но на то я подвою. Целый семинар. Но зато уже все там есть. Все. Культурные деревья без прививок. Вот. Видите? И пошло-поехало. А чем вы хотите? Черешню хотите? Будет черешня. Хотя это практически невозможно. Понятно? Первый вебинар смотрите, а дальше 210, 11, 15 можете уже не смотреть. Это уже для людей, которые должны знать, например. Ну скажите, новичок, ну зачем ему знать, что вот эта химера, и пусть будет она 5 раз меньше своего родителя, но выращена так, что не замерзнет в Сибири. Вот. Или помните, я показал фотографию Фаины химеры. Пусть и 80 грамм, а 40. Но это уже вещь, это уже навсегда, понимаете? Вот. Но рассказывать про химеры вот этой вот самой даме, вот, куда она мне пошлет, вот эта милая ромашка?